Так, всем привет. Чем еще заняться 1 января, как не попыткой вырезать сухарики для сцепления на мотор F80 из вот такой пробки. Я на каком-то форуме читал, что так делают деды. Вот у меня есть, значит, оригинальный сухарик из тряпок и резины. И я сейчас погуглю размеры изначально, какие должны быть. И попробую вырезать из этого. Так, небольшой апдейт. Я по размерам выпилил сухарики. Значит, нижнее основание у них должно быть 11 мм, верхнее 13, верхушка 13 и толщина 6 мм. Напилил 15 штук, сейчас буду ставить. Так, я поставил. Это, конечно, может выглядеть очень смешно, но в любом случае это не хуже материала, чем там было изначально. Так, небольшой апдейт. Сейчас, короче, несколько раз пробовал. Первые разы прям слышал, что пытается мотор завестись. Но потом, видимо, немножко притирается крышка. И вот этот вал больше не крутится. Я сейчас снял крышку и проверяю без нее. И сейчас что я делаю? Я плотнее закрутил вот эту вот коронку. И сейчас буду еще пробовать, потому что, ну, вал вот этот не прокручивается. Короче, видимо, пока сцепления недостаточно. То есть два варианта. Либо это можно решить более плотной подгонкой корзины к диску, либо дело в материале наших сухарей. Одно из двух. Даже сложно поверить, но оно работает. И завелось прямо с полстычка. Сейчас пробег 180 километров, и я хочу замерить, сколько на этих пробках проеду все-таки в итоге. Так, другими словами, короче, все работает на пробках. Непонятно, сколько это будет продолжаться. Я сейчас прям хочу немедленно поехать куда-нибудь километров на 30, 40, 50. И это все дело затестить, как оно греется. Если что, на педалях обратно уеду. Такой план, оно работает офигенно. Так, ну что, я решил проверить, в общем, работу сцепления и поехал немножечко в горы, чтобы, если что, скатиться потом к морю, не крутя педали, ну, по минимуму крутя педали. Такой план у меня хитрый. Пока вроде работает, но посмотрим, сколько проедем. Каким-то чудом я забрался уже далеко. Я был в этих местах, в Кентрише ездил на велике без мотора еще. Вот. Сцепу один раз пришлось разбирать и подтянуть. Получается, сейчас пробег 204 километра. Я еще купил с собой 6 литров бенза и масло взял на всякий случай, чтобы Леху опять не вызывать. А вот и здесь тупик, и дальше дорога идет вот там по низу. Но я туда уже не поеду, наверное. Сейчас перекушу, согреюсь, потому что мне на солнце холодно, плюс где-то 6. И поеду обратно. Так, еще одно включение. На одометре уже 218. Я уже возвращаюсь полным ходом, потому что уже темнеет. И вот сейчас немножко передохнул, потому что замерз, холодно. Долил бенза, но такое ощущение, что маловато масла и звук поменялся мотора. Но в целом тянет вроде неплохо. Но думаю, может ложку еще бахнуть потом. Прям бензобак масла. Так, немножечко бэкстейджа. Сегодня следующий день. И я уже уехал в такое прекрасное солнечное утро попробовать подснять дорогу, вчерашнюю горку, по которой катался. Но вчера было уже холодно и темно. А сегодня я подготовленный взял крепление для камеры, для головы, для груди. Заправился сегодня, смазал цепи. В остальном чуть-чуть вроде все отлично. Так, сейчас на одометре у нас 228 километров. Так, на одометре 241 километр. Я доехал до начала дороги в национальный парк Кентриши. Какая красота здесь, ёлы-палы. Просто балдёж. Так, ну что, у нас продолжается день обкатки пробкового сцепления. На одометре уже 305 километров. И вот в таком живописном месте я встречаю это событие. Это Патийский маяк. Вот такой прекрасный. И вот там у нас Черное море. Классно.
Мопед пока едет, едет отлично. Сейчас по трассе разгонялся до 52-53. Учитывая, что я груженный, у меня еще 6 где-то литров бенза с собой, и продукты, и термос с чаем. Это вообще отлично. А вот так вот. Так, продолжается день испытаний. У нас уже 356 километров на одометре. Все пока хорошо. Катаюсь вдоль моря, туда-обратно. Ляпота. Так, ну что, финальная, пожалуй, точка, кроме, конечно, дома на сегодня. Это где-то полпути по дороге к Батуми. Небольшой перевальчик. Совсем недавно я тут был на велике обычном, и я просто ухайдакался по полной. Но сейчас я вообще не помогал почти что педалями. Красота. Все, едем домой. Так, ну что, времени 4:30. Обкаточный день подошел к концу. На одометре 386 километров. Прекрасно работает сцепление. Не сглазить бы. Все отлично. Могу рекомендовать, наверное. We'll be right back.